Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему вот в Голливуде русских ассоциируют, я не знаю, наших актеров, дают им роли каких-то бандитов? Вот. Откуда это и почему по сей день это так? Ох, я устал от этих вопросов таких. Хорошо, стойте секунду. В Голливуде, да, оценивают там русских. А у нас, подождите, а мы что, приглашаем голливудских актеров и делаем из них звезд здесь каких-то? Где? Ну скажите. Ну покажите мне хоть один фильм, где мы пригласили какого-то там, я не знаю, Клин Иствуда или еще кого-то и сделали из него звезду. Ну, конечно, нет. У нас есть свои звезды, свои актеры, свои там «Крепкие орешки», свои там Арнольды Шварценеггера. Ну, конечно, нет. О чем вы говорите? И у них то же самое. А зачем? А зачем брать русского и делать из него звезду? Конечно, нет. Что интересно, что раз нас приглашают играть антагонистов таких сложных, да, серьезных, бандитов, уважают. Это серьезно, это значит ни поляков, ни чехов, ни, там, я не знаю, ни болгар, русских. Значит, что? Значит, мы крутые, значит, а боятся? Мы... Или уже нет? Вот. Бояться вот. По-прежнему? Ну, нет, я не знаю, как бояться нет, но, блин, мы крутые. Понимаете? Вот и все. Поэтому, а насчет бояться, не знаю. Да, конечно, бояться.